Всем привет, с вами Хэвис. Сейчас я вам расскажу, где находится электропапоротник и как его лучше всего побеждать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. От этой статуи архонтов пробегаем к папоротнику. Здесь возле него открываем телепорт, чтобы каждый раз не бегать по этому пути. Теперь переходим к самому папоротнику. Он почти ничем не отличается от тех, которые находятся в Лиюе и Мунштате. Кроме того, что щит, который нужно нам снять, чтобы он упал, появляется не сразу. Сначала нужно сбить цветочек, который появляется, потом уже сбиваем сам щит. Так как это электропапоротник, у него есть сопротивление к электроурону. Не путайте, это не иммунитет. То есть электроперсонажами его можно побить, но это будет очень сложно. Если они у вас сильно прокачанные. Если нет, то лучше вообще их туда не брать, потому что будет очень сложно его бить. Еще электроперсонажами нельзя сбивать щит, даже цветочек. Поэтому в любом случае берите какие-нибудь Крио или Пиро персонажей. Также не забывайте, что за него можно забрать достижение, если убивать его с другом. Позвать кого-то к себе в мир или сходить кому-то в мир и победить его вместе. За это вы получите достижение. На этом у меня все, спасибо всем за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами в других видео.